В Ульяновской области 24 июля работала делегация Самарской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Вячеславом Федорищевым. Гости региона посетили УАЗ, где осмотрели сборочное производство легких коммерческих автомобилей «Арго». Сотрудники завода показали и другие модели, которые производят на предприятии. УАЗ «Профи». Производим здесь, на Ульяновском автомобильном заводе. Корпоративная машина. Центральным событием рабочего визита стала официальная встреча двух глав регионов. Они подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и других сферах. Активно взаимодействовать будут и в вузах двух областей. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители УлГТУ и Самарского национального исследовательского университета, а также УлГУ и Самарской торгово-производственной компании в сфере здравоохранения. Еще одно перспективное направление – туризм. Активно будем развивать туризм. Дело в том, что Самарская область лидирует по количеству туристов, которые приезжают в наш регион. По прошлому году количество их составило 239 тысяч, а первый квартал 2024 года уже дает прирост в 30%. Как было сказано на встрече, совсем скоро появится новый гастрономическо-познавательный маршрут «Вкус Великой Волги». Он будет рассчитан на 5 дней и объединит объекты культурного и природного наследия, а также гастрономические объекты. Его протяженность 620 километров. Туристы будут начинать свой маршрут в Ундерах и завершать в Самаре. В него войдут объекты сельского туризма, берег юрского периода, Самарская Лука, объекты промышленного туризма, такие как АвтоВАЗ. Развито взаимодействие между регионами и в научно-технической, промышленной отраслях. Участники встречи договорились о развитии сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем. Было подписано соглашение и в этой сфере. У нас сильные производители и в Ульяновской области, и в Самарской. У нас создаются научные центры, которые могут работать только в кооперации, потому что ученых и разработчиков не так много. И только вместе они могут создавать по-настоящему качественное изделие, которое будет служить обороноспособности нашей страны. Перспективы сотрудничества двух регионов внушительные. В настоящее время проходят закупочные сессии для 60 ульяновских и самарских компаний. В планах увеличение товарооборота от ульяновских поставщиков с 11 до 21 миллиарда рублей в год. Обсуждается и производство совместной продукции. Юлия Адамова, Герман Баранов, Улправда ТВ.